И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? После ответного мяча у нас 1-1. Уверенно действовал в переход. Будет штрафной удар. Вот так пока отделался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Короткий пас тут. Яо Куаси. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Мяч покинул пределы поля, аут. Снова точный пас в его исполнении. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. И вратарь забирает этот мяч. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Какой опасный был момент! Опасно! Это гол! И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Почти справился вратарь, дотянулся до мяча, но не смог парировать этот удар. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Три минуты добавлено к основному времени. Яо Куаси. Один из лучших по игре. 2-1 после первого тайма. Начинают второй тайм команды. И буквально подарил мяч сопернику. Такие передачи придают атакам остроты. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Нужно забивать. Но это просто супер вратарь. Угловой будет. Решили коротким пасом разыграть этот угловой. Они важны. Ставь, ставь, не имеешь права!
Он обязан был забивать пенальти, он и забил. Тут все сделано как надо. А мы еще раз смотрим гол с 11 метров. Уже 4 гола в этой встрече забиты, 3-1 еще. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Спасает свою команду от гола этот игрок. Хорошо мяч перехватили в атаке. И мяч в воздухе после такого выноса. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Начинали они свою атаку, но потом потеряли мяч. Теперь надо снова обороняться. Потери и у соперника с мячом. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Сбрасывает мяч. Вот так надо играть в обороне, вовремя блокировать удар. Есть поддержка здесь. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Думаю, самый популярный человек сейчас на трибунах – это судья. Болельщики, конечно, недовольны его решением. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Тут его накрывают. Мяч у соперника. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Это он. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. 20 минут осталось играть. Держит мяч у себя, играют в короткий пас. Алло, вы же тут не одни. Побеждать достойно нужно. Может быть, в футбол сыграем, а? Все верно, края надо чаще задействовать. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Сыграл бесхитростно, но надежно. За боковую вынес. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Штрафную подачу есть там кому сыграть. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Пошли последние 15 минут. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Оставляет мяч. Прекрасный гол! Игра продолжается, счет 3-2. Отлично играют в пас. Прямо любо-дорого смотреть. Да, сыгранность и взаимодействие у этих ребят на высоте. Судья видел? Очень грубо в отборе сыграно. Желтое тут может быть. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Опасно подать штрафную именно отсюда. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Есть вариант развития атаки. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Мяч будет введен из-за боковой.
Отличный отбор, но кому достанется мяч? И покидает мяч штрафную. Такой матч просто обязан держать напряжение до последних минут. Будут вбрасывать мяч из-за боковой. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Ничего себе, они сравнивают счет на последних минутах. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Кстати, этот парень дело-то свое отлично знает. Не первая его передача такая. Идеальное исполнение. Видно, что на тренировках времени даром этот парень не терял. Смотрим повтор гола. Прекрасный навес и точное завершение. Просто прекрасно пробил головой. Подача. Чей мяч будет? Кулаками играет Фонтари. Мяч выбит. Защита в ударе. Вовремя перекрыли путь мячу. Гол сейчас будет означать победу в матче. Смогут ли? В 90 минут истекли, счет равный. Нас ждут еще два тайма по 15 минут. Команда уже. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about